Всем доброе утро, мои хорошие. Уже следующий день после моих занятий, и я приготовила себе первый завтрак. Блин, это прям, знаете, целый ритуал. Надо к этому привыкать. Я обычно утром закидываю яйцо, там чаек с какими-нибудь печенюшками и вперед из песни. Сейчас это вот так вот все насыщено, и надо будет садиться и лопать. Так, обязательно выпиваю сильно теплую воду с лимоном, после чего, значит, геркулесовая каша на сливках со сливочным маслом, с бананом, яйца, сыр. И потом, когда я буду пить зеленый чай с имбирем, обязательно грецкий орех и темный шоколад. Россия. Ну и, конечно, мои витамины. Это витамин С, витамин D. И я уже почти месяц пью коллаген. Такие порошочки развожу. Сейчас покажу вам. Вот такие вот. Один раз в день. Это японская тема. Пока пью, смотрю. Но я думаю, что с одного месяца, конечно, это мало. Надо будет потом заказывать и продолжать пить. Ну вот, короче, как-то так привыкаю. И через пару часов у меня будет второй завтрак. Я вам покажу. Ну, там не такой уже большой, но все-таки второй завтрак. Когда такое было? Ну все, приятного мне аппетита. И буду заниматься домашними делами, а потом буду выдвигаться, потому что то, что я вчера прикупила, так как нас двое спортсменов сейчас дома, со свистом улетают яйца, надо подкупить яйца, еще вчера забыла кое-какие овощи купить, поэтому забота о здоровье и красоте, конечно же. Все, девочки. И вам приятного аппетита, если вы завтракаете. Так, ну что, вот мой второй завтрак. Творог 100 грамм, плюс-минус, изюм, банан. И, конечно же, нужна сметана. Но, к сожалению, вчера я ее не купила, вообще забыла про нее. Я просто в шоке. Но у меня есть кефир, добавлю немного кефира. И обязательно нужен сюда мед и орехи. Но так как я орехи пью с чаем и с шоколадом, добавлять не буду. А мед тоже закончился. Вот так вот. И все, девочки. И сейчас до позднего, как говорится, вечера. И там я буду готовить себе ужин. Так, короче, мои хорошие, бегу до продуктового. Надо купить кое-какие продукты. И я вчера забыла взять себе шампунь. Вот, сейчас быстренько это все прикуплю, закину домой и пойду встречаться с дочкой, с внуками. Они хотят сходить в тот шикарный парк. Я решила встретиться и пойти пробзеться с ними. Вот так вот, все кусты уже сухие, подсыхают. Погода сегодня просто шепчет. Летняя, теплая. Не знаю, как будет вечером, но сейчас благодать. Смотрите, безупречно чистое небо, солнце. И я с голыми ножками. Я решила сегодня надеть сарафанчик джинсовый, футболочки. Но с собой все равно потом продукты занесу. Возьму что-нибудь сверху на всякий случай. Потому что у нас, когда садится солнышко, все уже зябко очень. Так что вот так вот. Вот у нас здесь вот такой шикарный детский садик. Он платный. Он такой вот красивый. Такие площадки прям. Вот я показывала садик, куда Софочка сейчас ходит. Там вообще позорняк. И вот что здесь.
всякие разные причиндалки для детей. Посмотрите, класс какой. Все, надо бежать, потому что я должна где-то через час быть на стрелке, как говорится. Ну, Лиля-пуля, я сейчас быстренько все сделаю. Ой, ветерочек теплый, ласковый. Короче, круто. Все, оставайтесь со мной. Все, я быстренько сгоняла в магазин, подкупила, что мне нужно было. Вот две упаковки яиц, очередные бананы, цветную капусту взяла и творог. И взяла себе вот такую вот масочку для ног отшелушивающую с лавандочкой, чтобы было на всякий случай. И Макару взяла вот такую вот красивую папку, чтобы он туда помещал свои тетрадки, чтобы они не рвались и не мялись. Вот, ну и, конечно же, очередные разукрашечки. Вот такую вот большую. Тыдын. И маленькую. А там они уже между собой разберутся, кому какую. Все, мои уже продвигаются. Мне надо быстренько выбегать. Сегодня выгляжу я вот так вот. По-летнему, по-девчачьи. Такое бывает у меня нечасто. Футболочка, сарафанчик, кедики по-спортивному. По-другому и быть не может. Но зато в юбке. Все, взяла папочку с разукрашками и побежала. Они уже едут в автобусе. Боюсь, что они будут стоять и ждать меня. Так что всех целую. Всем хорошего настроения и увидимся. Так, все, меня дождались. Мы уже дошли. И сейчас через дорогу. Кристина, сюда. Заходим. Заходим. Ой, осторожно. Вот детская площадка. Сейчас перейдем. Она красивая. Сейчас посмотрим, перейдем. Пойдем. Макар, вот здесь детская площадка, пойдем. Бегите. Только не очень быстро. Ну просто ходи, смотри, куда что. Привет. Вот он план. Ну как бы она красивенькая, уютная, но мало чего есть. Что детей много. Рабочий как бы день. Сегодня что у нас? Среда. Вон какие качели. Мне вот это нравится. Прям вообще нравится. Вот это вот сделанное. Тын-тын. И вон та штучка. Из бревен. Классно. Вот такая вот горочка опасная. Едешь и отбиваешь задницу. Такая интересная, прям сказочная. Но все равно мало. Вон она, вон она, вон она. Ну, короче, это такая площадка чисто детям. Вот на качельках вон полазить, на этих бугорочках. Вон она. Опа! Не-не-не, мне кажется... Миша, она полезла туда. Ну здесь ее ловить надо. Давай, пап. У меня Кристиночка прям куколка. Такая красавица. Тьфу-тьфу-тьфу. Такая прям высокая. Сейчас будут наши катиться. Ой, папа еле успел. Классно. А где Макар наш? А пошел он туда наверх? Надо его тоже как-то подстраховать. Это не наш, нет? Ой-ой-ой. Ну, классная такая. Опа. А, и можно спрыгивать. Дети постарше понимают. А маленьких надо ловить. Опа!
Опа! На животе. Все, пойдемте играть. Пойдемте играть. Все, куда пошли? О, девочка тоже смелая. О, наша Софочка. Макар, ты где? Да нет его там. А куда он его? Играй, играй. А мы не видели. Он уже прокатился, говорит. Так, на горке экстремальной покатались. И вот на этой штучке классно. Сейчас освободят и наши покатаются. Здесь вот такие качельки еще есть. Вот такая горочка есть. Посмотри, вон еще Макар горочка. Так, вот они уселись к девчонкам. И сейчас мужчинки их покатают. Вот в Турции такие вообще, они бомбические. Туда как заваливаешься в гамак или в кресло, и все, и вставать не хочется. Ой, скрипит уже. Детишек много. Ух ты! Так прикольно. Вон парень за спиной держит букетик роз. Что-то там готовят. Микрофон. Что-то будет. Вон, видите, за спину цветочки. Микрофон. Может быть, делать предложение будет. Да, одно на уме. Вот так вот люди располагаются, отдыхают. Вообще просто супер. А вон тот паренек с букетом и с микрофоном. Я не знаю, что они мудрят. Ну, что-то. Что-то. Или ищет девушку свою. Наверное, вот что-то какое-то будет... сюрприз, а найти не могут. И вот уже идут, идут, везде смотрят. А мы туда наверх. Здесь вот, ой, так приятно идти, листики хрустят. Вот такое вот дерево с ягодками. Что за ягоды, не знаю. Естественно, наверное, несъедобная. Я не разбираюсь, но очень-очень красиво. Кто не успевает? Софочка топает. Жди бабушку. Макар вон. Сейчас они туда зайдут, где я вам показывала. Водичка капает, музыка. Ну, пойдем, покажу тебе. Волшебный. Ой, проходите, прохожу. Пойдем, послушаешь красоту. Пойдем помедитируем. Пошли, заходи. Вот сюда заходи. Вот сюда заходи. Не бойся, не бойся. Иди, 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 иди. Топай, топай. Хочу сегодня. Ну вот еще раз вам покажу прекрасный вид сверху. Ой, какая красота. Ой. Сейчас уже закат солнышка. Вон наш мост. Макарочка любуется красотой. Вот. Софочка, посмотри. О. Вообще сегодня прям на удивление небо чисто, ни одного облачка. И ветерок такой слабый-слабый. Вот, ну, правда, вот это вот плохо. Детей много. Вот так вот раз и покатился туда. Бляха-муха. И все дела. Ограждения нет никакого. А так круто. Смотрите, аж дух захватывает. Нет, здесь нельзя без... Вообще классно. Ой, и жарко сегодня. Хорошо, что я укачусь. Да не укатишься, ты большой уже. Классно. Вон много этих людей, детей. Все любуются, отдыхают. Ну, здесь, конечно, вы знаете, прийти и чисто вот с кофе, с чаем, с бутербродом сесть и очищать свои мозги. Думать, мечтать, успокаивать. Нет, я не занята. Нет.
Короче, мы здесь на самый-самый край пришли. Здесь вот есть такие вот сидушечки деревянные. И вот мы втроечок сидим. Сейчас я вам покажу. Короче, мы на краю света, между небом и землей. И вот она, сестренка с братиком, она недовольная. Хочет опять на горке, на качели. Сейчас пойдем, пойдем. Хорошо, давай, разводи ручки. Ой, красава! Ой, мы на высоте, да? Да. Круто! А этот уже вон загорает, ляжет. И я хочу. Мамочка к нам пришла, красавица. Кто-то котика сделал. Очень даже симпатичный. Ой, какой. Макарочка. Так. Тут еда у нас. Вот люди праздник отмечают. Я уже вам показывала. Все собрались вон. Разложились. Все отдыхают. Вон, представляете, как подушки, все такие столики на траве. И такой зайчик. Он поздравляет, нарядный. Супер. Пойдем на мосток. О, у девочки крыска. Клыска, Лариска, какая хорошенькая. А вот еще беленькая с сеньким. Макар, ты не боишься, да? Они классные. Только не урони. Не, он уронит, не надо. Такие толстенькие, упитанные. Пошли. А сейчас почему я ее убрал? Царапается. Ну, она чуть-чуть, да, у них острые коготочки. А, она до тебя видит и боится. Ой, вообще крутой парк. Мне очень нравится здесь гулять. Купили в зоомагазине, продают же. Хомяки продаются, крысы продаются. Там уже музыка. Он, Белочка, развлекает детей. День рождения! Ура! Круто! Вот, Макарка пошел полазить. Круто, круто! Молодец! А Софа убежала. А, вот, уже накаталась. Ползет по камням. Это что такое? Хожу, ищу Макара. А он уже тут катается. Ух. Ой, сегодня они нагуляются, набегаются. Будут спать, как убитые. Завтра в школу и в садик. Ой, я уже забежала в магазин. Мне надо хлеба и меда. И вот поднялась здесь шампунь посмотреть. Короче, не могу найти шампунь, который мне надо. Вот увидела зеркало на колесиках. 2600. Есть вот такой вариант. Без колесиков. Вот как-то так на подставочке. 2200. Угу. И третий вариант 1800. Чем оно отличается? Оно также на подставочке. Ну, наверное, вот здесь вот так вот остренько, а там вот закругленное. Может, в размерах. Не знаю. Вот классное зеркало. Надо такое купить. Вот это получше. Такое поярче. Или свет падает хорошо. Ну, вот как-то так. Хорошее зеркальце. Мне нравится. Очень удобно. Дома можно поставить в любое место. Оно такое. Раз. Сложил, разложил. О, я уже подхожу к дому. Стемнело. Вон уже фонарики.
Мне осталось немножко пройти 5 минут и дома. Нагулялись в парке. Я еще зашла в магазин. Купила цветочно-липовый медок. А то у меня закончился. И свой любимый красивый хлебушек треугольный. Вот так вот. Все, такой насыщенный день и вчера, и сегодня. Ой, так хорошо. Свежо. Gotta get to that place we used to call our home.